Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня стартует долгожданный курс Айрон и Жюль Юпо «Графическая нумерология». Мы находимся в Москве, сегодня 23 марта. А также у нас сегодня проходит еще параллельно курс по нумерологии здоровья, коздоровья. Лектором является Аида Байгунд. Он проходит в городе Новосибирске. Также в городе Москве у нас сегодня рядышком проходит курс «Таро-нумерология». Лектором является Айла Фэллом. И еще у нас проходит курс в Казани «Таро-нумерология» по авторскому курсу Айрон и Жюль Юпо. И лектором является Альфия. Рады вас приветствовать, друзья! Сказать о нашей замечательной Джули, как о лекторе, как о девушке. Джулия, конечно, мне очень нравится, и знания, которые она дает, они бесценные. Все лекции я не пропускаю, вот лекции слежу за этим и все время пополняю свой запас знаний, потому что каждый раз что-то новое, каждый раз все очень ценное и неповторимо. Вот. Поэтому это очень помогает развиваться как нумерологу. А что вы ждете от фестиваля? Так как я знаю, естественно, что вся наша команда, все наши консультанты едут на фестиваль. Что вы ждете от фестиваля? Меня не было в прошлом году на фестивале. И в этом году я решила отпуск взять и поехать на фестиваль, потому что все вместе, все лекторы, все консультанты, все вместе с Джули, с Айрон на одной территории в течение 10 дней получают вот в этом в режиме нон-стоп постоянно семинары, лекции, беседы, мастер-классы. Это такой вот, для меня это будет мозговой штурм. А что именно вы можете сказать о фестивале, о Джули как о лекторе? Ну, мне очень понравилось, причем такой интенсив был на фестивале, очень так бодро так держали нас в духе. Мне очень понравилось. Вы уже обучались где-то или это ваше первое обучение? Я прошла первый уровень. Первый уровень прошла, и сейчас мне интересно просто графическая нумерология, действительно графики разобрать поточнее. Хотя у меня только первая ступень, и я консультирую людей со знаниями только первой ступени, но даже эти знания дают людям очень много. Они говорят, ну если бы я раньше это знал, как этого можно было не знать? А это все оказывается легко и просто. Просто следуй своему предназначению, и у тебя в жизни все будет получаться. Спасибо, Джули, огромное. Те знания, которые я получила в Альвасар, я рада применять на практике, потому что они работают, и я вижу, что я могу оказывать реальную помощь людям. Добрый вечер. Хочу сперва начать с того, что у нас была открыта Международная академия нумерологии Альвасар, вы, наверное, знаете, да? Мы, конечно же, каждый из вас приглашаем вступить, потому что вот мы, например, с Айрон состоим в Международной ассоциации авторов. Есть такой сайт isni.ru, это российское представительство Международной ассоциации авторов. Если заходите на эту ассоциацию, набиваете наше фамилию и отчество, либо наши псевдонимы, либо наши ISNI номера, неважно, то вам выскакивает полный перечень того, что мы за свою жизнь сотворили и уже передаем вам. Соответственно, точно такой же реестр находится и у нас. То есть все крупные авторы мира, они зарегистрированы в ISNI.ru. Соответственно, вы можете, как нумерологи, быть зарегистрированы в нашей международной ассоциации. Конечно, можно пойти в другие любые ассоциации, но самый сильный курс по нумерологии, прогностика, карма, графики, бизнес, здоровье, существует только у нас. Поэтому быть членом нашей ассоциации, на мой взгляд, я, может, конечно, как обычно, да, но, на мой взгляд, это очень престижно, потому что мы даем действительно сумасшедший, мощный курс. Вот даже элементарно, сегодня у нас был первый день графической нумерологии. Здесь 90% сидят магистры, есть даже те, кто бизнес-курс изучал. Как вам? Круто? Вообще другой уровень.
персонализированные графики, мощный инструмент, которого нет нигде в мире. Вот вы сегодня к нам присоединились, да, Тазона, третий курс. Да, всем здравствуйте. Вот. А дело в том, что вот тот, кто сидит здесь, у них прям вот крутой уровень, да, у них профессионализм уже на высшем уровне, это уже магистры, здесь уже даже есть бакалавры в области нумерологии. Чувствуете, в какой ассоциации вы сейчас, да, находитесь? У вас сразу энергетика возрастает. Вот, поэтому сегодня мы будем вручать часть, потому что мы все разнесены по разным городам и странам, часть удостоверений я буду вручать сейчас. Те, которые сейчас не назову, не знают, что их нет. Они просто уже получили свое удостоверение, поэтому я с огромным удовольствием хочу поздравить наших консультантов и лекторов, которые прошли квалификационный экзамен, которые стали частью нашего центра, и сегодня я им вручаю удостоверение эксперта в области нумерологии. Представьте себе ситуацию. Некий человек обратился и говорит, вот мне сделали расчет, да? Кто сделал расчет? Консультант-нумеролог или эксперт международного уровня в области нумерологии? Это вообще-то круто, это престижно. Итак, первая вручается Виктории Дан. Здесь ее просто нет, я прошу прощения, да. Дело в том, что она у нас совсем новенькая, недавно к нам пришла. Она в Казахстане находится, в городе Астана. Она регрессионный терапевт, будет читать у нас курс по регрессионной терапии в Казахстане. Но у нас здесь есть еще один консультант. Приз Лариса. Я вам хочу вас передать. Ну и сразу оговорюсь, приз Лариса не просто консультант, специалист в области нумерологии. Она, ко всему прочему, является руководителем филиала Альвасар в Астане и Алматы. Итак, далее. Светлана Багдасарян. Мириам. Таня Ли. Клара Шифт. Подойду. Остальные уже получили, поэтому пока без них, да, здесь сидят. Вот. Ну, а я приступаю к сессии вопрос-ответ. Вы можете задать мне вопрос как из того курса, который вы изучали сегодня на графической нумерологии, так и с курса по третьей ступени совместимости. В принципе, по всем курсам, в принципе, по всем разделам, мироздание, бла-бла-бла, в общем, о чем хотите. Пожалуйста. У меня такой вопрос. Значит, я выполнила свою задачу, но у меня было 17, а меня из нее вышвырнуло. Сейчас у меня зона комфорта 4 и внимание тоже 4. Но я себя так не могу найти. Может быть здесь, но если можно, то помогите, пожалуйста, в какую сторону мне обратить свое внимание. Все, что услышали зрители, помогите, пожалуйста. Так обычно бывает. В общем, у нее социальная задача 17. Она почему-то решила, что она эту задачу выполнила. Далее у нее там что-то с призванием, с что-то там зоной комфорта 4 и призвание 4. Так, и вы считаете, что это вам не соответствует? Ну да, вот уже 5 лет как-то и никак. А, я вас поняла. Большинство людей, это как раз вот туда, вот к третьей ступени, прям четко вопрос, да? Большинство людей считают, что зона комфорта, вы правильно сказали, зона комфорта должна как-то соответствовать. Она вам ничего не должна. Еще раз объясняю, что такое зона комфорта. Есть почва. В этой почве находятся некоторые питательные элементы. В вашем случае питательный элемент – это профессионализм, 4. Это карьера, бизнес, работа там та же самая на дому в качестве консультанта. Вы должны туда посеять свое семечко. Это ваши таланты, ваши знания. До тех пор, пока вы в эту почву не войдете, не начнете профессионально развиваться в карьерном смысле, вы не поймете, что такое зона комфорта 4. Что касается творчества, вы говорите, что выполнили. Что именно? У вас есть... Я, ну, как бы не пела, не танцевала, но я там, где на том прошлом месте работы, мы создали компьютерную программу, которая работает, и ей пользуется все предприятие. Это не творчество, вот вы правильно подсказываете. А, да, 17-й аркан – наука, эзотерика, искусство. Но в том, что работает компания по какой-то компьютерной программе, типа CRM, что-то такое, да? Это оплата труда, и я по своей творчество, оплата труда. Нет, это целое искусство оплатить людям зарплату.
Вот, значит, что касается ЭВМ, это единичка. У нас единица отвечает за информационные технологии, девятка отвечает за информационные технологии, семнадцатая отвечает за реальное творчество. То есть я написала картину, у меня есть сборник стихотворений, я леплю там, не знаю, чего-нибудь, там, из пластилина, из вышиваю. Ну, вела мероприятие. Вот, уже ближе к теме. Свадьбы. Свадьбы, чудненько. Вот это классно. Вот, вот это и есть творчество. То есть, если вы не просто вели, а вы еще подпевали, например, что-нибудь подтанцовывали. Нет, сама составляла программу. А, но только петь и танцевала. Опять единицы. У вас что-то где-то единичка туда завалилась, она, скорее всего, у вас в подвале стоит. Вот, значит, вы путаете понятие арканов. Единицы, да, это информационная технология, это общение, это связь, коммуникация с людьми, но 17 аркан – это открытое яркое творчество. Вот если, допустим, кто-то из вас скажет: «Ой, вы знаете, а я читала ваше стихотворение на стихи.ру». Да. «Ой, а вы знаете, я видела в вашем инстаграме картину, вы написали. Классно, шикарно». Или: «А я видела, как вы сделали какие-то там украшения». Вот это называется 17-я социальная задача. До тех пор, пока вы ее не выполните, не получится. Что такое 17-я социальная задача? Это когда человек настолько творчески открыт, вот он встает, вот как у нас Елена Романова. Вот это я понимаю, вот это вот чистый 17-й аркан. Она, когда мы были на регрессионном курсе, регрессной нумерологии, она встала и говорит: «Я в прошлой жизни была актриса». Вот. И там такие движения пошли. Она говорит: как вам кажется, это правда или нет? Да там можно не считать, там понятно, да? Вот 17 аркан – это человек высоченного творческого потенциала. У вас этого нет. У вас 17 аркан стоит в минусе, в точке препятствия. Кто изучает этот курс, я могу даже объяснить, почему. 17 точка препятствия – я не умею выражать правильно свои чувства и эмоции, я не знаю, как спросить, я немножечко стесняюсь. Поэтому я сразу сомневалась, что вы выполнили 17-ю социальную задачу. Вот. Поэтому в данной ситуации вы выполняете 17-ю социальную задачу, наука, эзотерика, искусство. Вот, эзотерика прям классно, да? Да, поняла. Вот, и все, вы войдете в четвертую зону комфорта, вы почувствуете, что я получаю удовольствие от того, что я считаю, мне нравится эта работа, и вы раскроетесь многогранно. Тогда все будет гармонично. Благодарю. Пожалуйста. Так, следующий. Здравствуйте. Хотела бы узнать, вы очень часто обращаются клиенты, чтобы дать информацию по дате свадьбы. Вот какую информацию можно все-таки оттуда черпнуть? Ай-яй, какой хороший вопрос. Так вот, насчет даты свадьбы. Во-первых, мы завтра будем считать брак, ну, в смысле, семейную жизнь. Да, то все время, я же уже ввела новые понятия, да, и вы меня все время корректируете. Так вот, у нас есть понятие графика личной жизни, которое мы изучаем на втором курсе. Завтра мы будем вообще его по-другому смотреть, он будет персонализирован, бла-бла-бла, все дела. Но есть еще понятие брака, вы все правильно спросили. Дата регистрации нашего свадебного союза, скажем так. От этой даты зависит все. На примере, пожалуйста, могу посчитать сегодня, завтра будем вообще считать и считать, сколько хотите. Хоть всю группу на браке рассчитаю, без проблем. Чем интересен график брака? У него есть отрицательная зона. То есть мы можем войти в отрицательное влияние, и там идут разводы, разочарования, драки, какое-то насилие и так далее. Это не у всех может быть, я не знаю. Но мы будем смотреть, динамика графика не повторяется. Вот как мы сегодня график сотрудника считали, мы будем через 7 лет все пересчитывать. И будет совершенно другая динамика. Это очень интересный график. Поэтому, как мы делаем, как нумерологи? Ну, пока этим занимаемся только я и Арен, потому что пока только мы два человека в мире, которые этим владеют. Завтра будете уже вы. Что мы говорим? Хорошо, вы хотите выйти замуж, да, хотим. Какую дату предполагаете? Или какую дату вам, ну, предварительно назначают, скажем так, да? Почему мы задаем этот вопрос? Потому что та дата, которая должна была быть, как истинная дата рождения, в ней запрограммировано, в принципе, все для этого семейного брака. Да, ту дату, которую дает ЗАГС. Либо вы изначально вы на 3-4 месяца вперед планируете, да, соответственно, вы можете гарантированно сказать, что моя планированная дата, она в итоге будет, потому что она еще пока не забронирована никем. Мы обязательно это спрашиваем, просчитываем, смотрим, какая перспектива у этого партнерства. Мы там будем считать с вами партнерство до заключения брака, партнерство после заключения брака, я имею в виду удачу, помните, ПВ, ОВ, мы все это будем считать в процентном соотношении, будем смотреть, когда график уходит наверх, когда уходит вниз, когда он уходит в отрицательную зону, все будем смотреть. Это для чего? Это для теории, потому что так пара должна была жить. А дальше мы думаем, стоит ли делать корректировку.
Потому что если все лежит вверху, как вот у девушки, да, сегодня по финансовому потоку, все лежало вверху. Смысл корректировать, если так будет хорошо. Если мы видим, что вся зона уходит в отрицательную часть, то, соответственно, мы можем за счет уже корректирующейся даты изменить положение графика. Но есть еще один «но». Завтра вы это увидите. Есть категория дат, и вы, может, так и попадется, когда какую бы дату вы ни выбрали, нет такой даты на календаре, чтобы мы не попали в отрицательную зону. Не существует. Просто такая категория совместимости дат. Это мы будем смотреть завтра. Тут, ну, что попало, то попало. Поэтому дальше уже мы работаем как с третьей ступени прогностика отношений, выравниваем через прогностику отношений, сглаживаем углы. Стоит двойка, маму убираем. Стоит там пятерка, папу убираем. Или левого человека. Шестерка, если она в минусе, опять-таки левого человека убираем. И так далее, и так далее. То есть мы уже смотрим через прогностику, выравниваем эти позиции. Вот. Я попрошу тоже пройти в ту зону, потому что там тоже у нас хотят вопросы. У нас просто чуть-чуть не хватает материала, но какой хороший вопрос. Я прям чувствую, что это уже нужно, поэтому включили в курс. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Приятно видеть за стенкой с тобой. У меня вопрос такой. Я двойняшка. И после третьего ступени поняла, что есть некоторые нюансы. Я родилась до полуночи, брат после. У него есть изолированные цифры. Регрессия, как отразится на нем? Хороший вопрос. У него единица и тройка. Угу. Ваш дух разделен на два физических тела, да? Я уж говорю как своим, да, именно. Тем не менее, дух-то у вас один, поэтому энергетически вы связаны. Если он входит в регрессию, вы автоматически входите в регрессию. А он не входит. В смысле не входит? Он не хочет входить? Он вообще не хочет. Ну и не надо. Если вы входите в регрессию, он автоматически входит в регрессию. Вы его как бы вводите в регрессию. Здесь обращу ваше внимание на один момент. Вы просто не были на курсе регресса нумерологии, да? Вот, значит, расскажу бегло, да, просто вас, судя по всему, эта тема интересует. Дело в том, что на регресс нумерологии мы не просто вводим в регрессию, это второй этап. Первым этапом мы рассчитываем. Дело в том, что существуют определенные часы у каждого человека. Мы конкретно в каждый день жизни человека рассчитываем определенный час, когда он в регрессию проваливается вот так. Вы просто можете к нему подойти и говорить: все, вводи в регрессию, он ушел. Все. То есть вы можете этот вопрос даже не контролировать. Причем вы можете, если у вас динамичные позиции по регрессии, то есть как бы заложены изначально, вы можете вообще любого человека, войдя сюда, сказать: так, вот ты в регрессию, и он ушел. То есть вы можете контролировать этот процесс. Мы это все рассчитываем, у кого какие уровни регрессионного воздействия на человека существуют. Соответственно, если мы говорим о регрессии, существует много уровней регрессии. Есть контактная и бесконтактная регрессия. Мы смотрим, какая для вас безопасная. Есть знаки, которые дают прямое, категорическое, я еще раз скажу, категорическое противопоказание против регрессии. Минус 11, минус 13 позиция в определенном знаке дает смерть во время регрессионной терапии. Поэтому, чтобы этого не произошло, нам нужна строго бесконтактная регрессия. У нас есть техники, мы видим, что можно применить зеркальную регрессию. То есть в зависимости от того, что вы хотите получить, мы через расчеты видим, получится у вас или не получится. Что касается изолированных цифр, я уже говорила неоднократно, при изолированных цифрах первое, что видит человек в момент регрессионной терапии, первый самый, да, это смерть. Как он погибал, из-за чего он погибал, почему он работал свои вот эти изолированные цифры. Ввиду того, что вы с ним духом связаны, у вас хоть цифр и нет, вы для себя не, ваша часть духа не взяла для себя обязательство сохранять вот эту тайну, скажем так. А он по-прежнему взял, поэтому у него эти знаки стоят. Соответственно, он, когда будет входить, он будет это видеть. У нас есть в регрессионном кристалле есть еще такая точка, которая означает блок, что мешает войти в регрессию. У него там, скорее всего, стоит тот же самый 11 или 13 аркан, может быть, 9 аркан. Он просто боится увидеть собственными глазами еще раз, поэтому у него стоит психологический блок, мешающий ему войти в регрессионное состояние. У вас этого блока нет, вы можете войти. В каком месяце родились? В 11. В 11. О, прекрасно, я прям как почувствовала. 11 авторитарий, да, мы сегодня изучали. Так вот, авторитарии – это апрель, август, октябрь и ноябрь. Они могут ввести в регрессионное состояние, даже не владея регрессивными техниками, любого человека и управляя этой техникой вплоть до получения мыслей, которые носит этот человек.
У вас вообще фантастические возможности, это авторитарный тип, поэтому вы можете его ввести в это состояние, только вы. У другого человека может не получиться, даже у профессионала в этой области. Ну а как отразится? Закон свободы воли никто не отменял, мы все изучаем карму. Как отразится на моем брате, если я, например, без его ведома? Еще раз, закон свободы воли никто не отменял. На вас, вы же один дух, ляжет карма за это. 6% ошибки. Вы просто не знаете, что за этим следует. Поэтому очень важно уметь рассчитывать свой инкарнационный кристалл. Посмотреть, что, какие... У нас есть даже, знаете какие? Если вы уходите очень глубоко в регрессионное состояние, то что нам всем, всем без исключения разрешено входить в регрессию не позже, чем на прошлую жизнь. Все. Дальше запрет. Для 90% людей. Соответственно, и вы идете в позапрошлое, обычно так и бывает, в позапрошлое. Хочу полетать на другую планету, да вообще хочу Вселенную разглядеть поближе. Все, чем дальше, хочу вообще вперед, в будущее полететь. Вы, пожалуйста. Но есть такое значение в нашем инкарнационном кристалле, который говорит о том, что вы слишком много за это заплатите. Там стоит аркан ваших заболеваний. Там может быть парализация, сердечный приступ, инсульт, например, отеки, воспалительные процессы, все что угодно. Вы не знаете, каковы последствия. Поэтому лучше сильно далеко, без расчетов, не заходить. И тогда еще один вопрос. Состояние просто недавно сновидений, да, из которых как бы я не сплю, но я понимаю, что мне тяжело выйти, и только я жду, когда же будет этот будильник, потому что это такое истощение. Я этим как бы, ну, управляю, все нормально, но... Вот как раз-таки нет. Смотрите, вот то, что вы сейчас назвали, когда я и сплю, и не сплю, это пограничное состояние, это и есть регрессионное состояние. Поэтому правильно спрашиваете, что у вас уйдет контакт с этой техникой. Но вам нужно как раз в этот момент не висеть на облачке и думать, когда же там будильник сработает, да, а задать вопрос. И вас автоматически провалит туда, куда вы хотите. Вы как раз входите в регресс, но вы входите на порожечку, стоите, так ножки трете, думаете, когда же меня туда пустят? А пустят через вопрос. Помните в любой сказке? Пожелай, задай вопрос, и тебе пространство ответит. Хотите что-то узнать? Задайте вопрос. Но еще раз повторюсь. Без техники безопасности не входите дальше, чем прошлая жизнь. Вот так. Благодарю. Пожалуйста. Еще вопросы? В нумерологии есть понятие кармических чисел. 14, 16, 19. В ваших книгах 13, которая входит обычно в кармическую, не числится кармическим. Почему? Не совсем корректно задали вопрос, объясняю. Значит, то, что вы спросили, это ведическая нумерология. Не сильно я ее люблю, честно говоря, потому что она мало вообще изучает карму. Они просто взяли, я не знаю почему, просто обозвали, так из там у них еще 33 туда входит, там целый список. Вот с чего это вдруг взяли и назвали вот это число кармическим? Как может быть число кармическим? Вот просто от балды любое, там, да, 185. Давайте назовем его кармическим. Да никакое оно не кармическое. Любое число имеет 22 трактовки. Но день рождения, который связывает нас с прошлым воплощением, он может быть кармическим, я не спорю. У нас есть от 1 до 9 цифры не карми... в смысле, числа не кармические. 10, 11, 12, 13 – полукармические. Полукармические, мы это проходим на первом курсе, мы из матрицы это прописано. Что означает? Человек категорично не нарушил закон кармы, но он проявил кармические черты характера. Ну, по десятке был меркантильным человеком, это мешало его окружению. По одиннадцатому был дрочливым, оказывал психофизическое воздействие. 12-й был хамом, грубияном, не уважал других людей. 13-й был эгоистом. Вот, это полукармические. То есть у него усугубляется этим. Дальше идет с 14 по 22, это чисто кармические дни рождения, не числа. Дни рождения. Да, мы это тоже, безусловно, учитываем. Все остальные значения мы не считаем кармическим. 33 не может быть кармическим. С какой стати? Карма изучается в арканах. 33 – это не аркан. Может быть гексаграммой, может быть матричным кодом, но это не аркан. Карма – это арканы. Поэтому в данной ситуации просто... вот есть такие нумерологи, мои коллеги, да, которые... Вот что не попало, что плохо лежит, называют кармой. Вот сейчас, знаете, очень модно, особенно после того, как мы вышли с кармическим курсом, не знаю, кармическая совместимость. Приходите там в ведическую нумерологию. Не знаю, кармическое, не знаю, путешествие в другие жизни там.
приходите, не пойми чего. Кармический Пифагор. Возьмите на заметку, такого еще нет. Кармический Пифагор. Все, у вас залы, у вас люди. Приходите. А что в этом кармического? Карма – это прошлое воплощение. Многие мои коллеги говорят, вот ты в прошлых отношениях, не жизнях, в прошлых отношениях ты нагрубила своему супругу. У тебя карма. Да ты что? Еще раз, карма – это прошлая жизнь. А прошлую жизнь преподаем, кармичность, только мы. Нигде в мире этого больше нет. Поэтому здесь не совсем, просто хочется, знаете, к чему-то вкусненькому привязаться, поэтому я вижу это только так. Могу, конечно, ошибаться, но это мое видение. Следующий вопрос? Да. Конечно, сейчас дойдем. Да. Здравствуйте, Казахстан, Петропавловск, Анжелика. На регрессе нумерологии мы проходили бионумерологические ритмы. Угу. Ну и я первого сына решила там посчитать. И он мне задал такой вопрос, на который я не знаю, как ответить. Он говорит, а вот смотри, я родился в Казахстане, в Петропавловске, а сейчас я живу в Москве, и по своим московским числам или я должен по родным? Все, я поняла родным? Вопрос. Поняла вопрос. Мне, кстати, его задавали во время перерыва, я забыла его озвучить на всю группу. Спасибо за вопрос. Когда вы проживаете в том или ином месте больше 3 месяцев, ваши биологические ритмы подстраиваются под временной потенциал этого места. Вот когда мы жили, например, в Таиланде, да, первые 3 месяца было тяжело. Через 3 месяца как перещеркнуло. Все, мы легко вошли в этот ритм, и вот эта разница во времени уже не разница во времени, все замечательно. Поэтому если он живет в Москве больше 3 месяцев, то он свои биологические ритмы, которые рассчитал по бионумерологическим циклам, оставляет. Если до 3 месяцев мы, например, поехали отдыхать куда-то, да, то мы, естественно, делаем поправку на свое время. Там минус 3 делаем, минус 5 там, часов, в зависимости от того, где мы находимся на карте. И вот еще тоже по этому же курсу в книге «Векторная нумерология» хотела прям страницу посмотреть. Там написано, что если там после запятой стоит 0, то значит только бытовой уровень регрессии. А ниже потом такая таблица, в которой там 1, 2, 3, там 10. И ниже написано, у белых магов у них 9 уровень. Самый высокий, могут да. Куда хочешь летать, могут куда хочешь погружаться. А если у белого мага... Не слышно. Слышно, слышно. А если у белого мага и 0, тогда... Ему чего сказать? Вот смотрите, я уже неоднократно говорила по поводу хранителей белых магов. И вот то же самое, изолированные цифры, это кристаллические люди, да? Они как бы не рассчитаны на систему. То есть жила-была планета Земля со своей там какой-то календарной системой. Приплыли, никто не ждал. Под них не запрограммировано ни физические тела, ни календарная система, ничего. Но что вышло, то вышло. Куда вошли, туда вошли. Приходится устраиваться. Но энергетический потенциал у них значительно выше. Поэтому мы пишем все по 9 баллов всегда. Вот, это как я, по-моему, даже на вашем курсе я приводила пример с поваром. Нет? Нет? Значит, не у вас. Ладно, расскажу пример с поваром. У человека стоит задача, ну, не знаю, там, лазить на мачту и раскрывать паруса. У него такая задача на воплощение. Он попадает на корабль, у которого нет парусов. Что делать? Это белый маг. Что делать? Ничего не делать. Вам сказали, ты будешь поваром. Ну, такая задача вышла. Ну, повар. Хорошо, будешь поваром, но он всю жизнь будет мечтать о парусах. И рано или поздно, не знаю, что-то произойдет с двигателем, он возьмет стамесочку и построит ту самую мачту. И расправит эти паруса. Но это будет рано или поздно. Белому магу, к сожалению, придется выполнять задачи, на которые он не подписывался, но при этом надо еще раскрывать свои личные потенциалы и свои личные коды. Ок? Да, я, к сожалению, уже не вижу девушку. Да. Спасибо большое. Да. Давайте здесь поближе по книжке какой-то вопрос. Я вот хотела спросить качество жизни, вот прокрутку. Я что-то ее не поняла. Понятно. Значит, у нас по качеству жизни там прописаны года. Там, по-моему, по 8 лет идет, да? Мы берем дату рождения. 01-05-1954. Вот. Просто что показалось, может быть, непонятным, потому что там сложная схемка, как поймать прокрутку, если у нас там уже за 80, да? Ну, нет. Но...
Я вообще, там написано 5 прокруток, а дальше что делать? Не ограничивайте себя, крутитесь дальше. То есть продолжать. Вот, давайте я просто вам покажу. Да, вот сейчас вот здесь у нас 0, 1, 2, 1, 6, 2, 0, 6, 5, 2, 3, 2, 7, 3, 1, 7, 6, 3, 4. Просто в книжке прописана формула. Зачем нам крутить, если человек там 103 года, да, ну, например. Что ты, что мы будем всю жизнь крутить? Ну, скучно, неинтересно. Вот там есть формула, как поймать себя сразу на той строке, где у вас уже прокрутка прошла до вашего 103-го периода. Вот то, что написано в книжке. Добрый вечер. Я хотела уточнить в продолжение вот изолированных цифр. Вы как-то говорили, что у кого изолированные цифры, то нижняя строка кармы, она не показывает именно на грехи прошлого, на ошибки прошлого воплощения. Но вот я анализирую некоторые даты с этими цифрами, и получается, что срабатывает. Вот, допустим, дата 7.06.91. Неважно, какая дата, я сейчас отвечу на ваш вопрос. Уже как бы уже включается. Сейчас отвечу на ваш вопрос, да. Объясню. Вот здесь я, кстати, про повар рассказывала на последнем курсе. Да. Значит, что такое изолированные цифры, да? Изолированные цифры показывают, что человек отдал себе в жертву для благого дела, дабы сохранить внутри себя некое тайное знание, которое полезно для всего человечества, бла-бла-бла. Теперь мы переходим на саму карму. Человек жил в любом случае в прошлой жизни, иначе что, как? Поэтому нижняя строка кармы у нас, у обычного человека, вот обычный человек, отвечает за что? Первый – это сценарий прошлой жизни. Чё накосячил? Где жил? Чё делал? Чё не делал? Кого обидел? Кого не обидел? Та-та-та-та. Вот это всё там, да? Кого как убивал? Это всё там. Это сценарий прошлой жизни у обычного человека. Теперь идём дальше. О чём она ещё говорит? Об обратках, обратке настоящего воплощения. Да, я, конечно, могу сюда еще черты характера, это все искушение, но это не так важно. Вот, обратки настоящего воплощения, которые действуют с каждой секунды. У нас из 5 сценариев, у каждого человека один. И за что еще? Она еще отвечает за сценарий кармического воздействия в этой жизни. Этого обычного стандартного человека. Теперь берем изолированные цифры. При изолированных цифрах вот эта штука отсутствует. Вместо нее ниже подписываю сценарий трагической смерти в прошлой жизни, который носит арканы. Вот мы в чате второй ступени часто разбираем сценарий прошлой. Не знаю, почему вам так интересно, как вы погибали в прошлой жизни, но это очень частый вопрос там. Меня вот. Волнует, как работает вот это. Я сейчас объясню все. Я понимаю вопрос, он очень частый, поэтому большое спасибо. В чате он постоянно всплывает, поэтому вот хорошо, что у меня есть возможность ответить. Так вот, то, как вас убили в прошлой жизни, если для вас это было особенно эмоционально трагично, особенно если у вас во второй курочке стоят 11-е, 13-е арканы, да? Вот, то это очень трагично эмоционально воздействует на человека. Соответственно, этот аркан, который, например, 11-й аркан, да, вас избили, вас переломали все, перековеркали, да, вот это один, пытки были, 11-й аркан, он как ошибка прошлого воплощения, что якобы вы нанесли, вы, но в данной ситуации, так как это необычный человек, 11-й аркан работает не как, что он нанес физическое насилие, он работает наоборот. Над ним было совершено физическое насилие. Аркан встает в эту позицию и дает свое автоматическое воздействие. Делали вы это, не делали вы это, в любом случае вы будете отрабатывать эту карму. Сейчас я расскажу более глубокий философский подтекст, почему так происходит. Теперь смотрите, 11 аркан, вы не совершали этого греха, не было. 13 аркан, вы никого не убивали, но он стоит в программе, он маяком горит. Теперь он дает вам кармические черты характера, искушение, обратку. Вы рождаетесь в муках, вы можете погибнуть во время, это я исключительно варианты, да, вот 13 аркан, например, или 11 аркан, да. Соответственно, что касается вот этого,
вы все равно будете проходить до пятого слоя. И рано или поздно в том или ином периоде кармического цикла будет срабатывать кармический сценарий, воздействующий на вас. Хотя вы этой ошибки не допускали. Теперь объясняю, почему в большинстве случаев, когда шли военные действия, почему просто так нельзя, вот как мы недавно фильм смотрели, мама говорит, что ж такое-то, почему нельзя убить с одной пули? Это бесконечно бегают, вот. Почему так? А нужно как можно больше увечий принести человеку. В этом кармический смысл. Люди, которые это осознают, они четко работают по заказу. Помните, была инквизиция? Че просто так ведьму-то не убить? Ну че не убить? Ее же надо сжечь, предварительно побить, предварительно попытать, что-нибудь еще у нее выпытать и так далее, и так далее, и так далее. Чем больше причинено физического насилия над телом, тем более страшные арканы встают сюда. И человек в следующем воплощении рождается с тяжелой кармической программой и продолжает отрабатывать то, что было несправедливо с ним сотворено в предыдущем воплощении. Представляете, какую страшную штуку делают люди, которые занимаются каббалистической системой. Они очень хорошо понимают, они портят вам жизнь не сейчас. Сейчас секунды и вас нет. Они портят вам жизнь на всю последующую жизнь. Представляете? А если вы с этими арканами не справитесь, психологически, физически. А если вы подадите всех искушений, вы нарушите законы кармы, они пойдут у вас куда? В следующее воплощение. И понеслась до конца. Вот почему самураи всегда это делали самостоятельно. Чтобы не портить себе карму в следующих воплощениях. То есть я правильно понимаю, что человеку, у которого вот изолированная цифра и в карме стоит там вот этот сценарий, им нужно более внимательно как бы относиться к этим знакам и не поддаваться. Не так, не так, не более внимательно. Так же. Чем вот отличается только вот эта часть, происхождение этих арканов отличается. А обратка и воздействие арканов ничего не меняется. Не меняется. Не меняется. Просто, знаете, есть люди, которые говорят, что мне там рассказывать, где там прошлой жизни, я нигде не жил, я вот родился сейчас, здесь рассказывать. Все без проблем, первый пункт вычеркнули из консультации. Эти-то все равно будут работать. Просто вы не объясните этому человеку, вот я недавно консультировала одну женщину, вот, по принуждению консультировала, ничего не могу сказать. Она мне говорит, я не верю в прошлые жизни. Я говорю, ну хоть вы можете не верить. Ну воздействие будет такое. А, точно такое воздействие, а почему так? Я говорю, ну потому что не хочу об этом слышать. Ну не хотите, не надо. Некоторые не хотят верить в то, что мы живем ни одного воплощения. Не хотят, не надо. Факт последствий есть? Вот о нем и говорите. Все. Благодарю, спасибо. Пожалуйста. Знаю одного человека, у которого органы в зеркальном положении. Сейчас вообще это очень популярно среди наших любимых двухтысячников. Может, это что-то значит или... Еще как значит. Это взрослый человек, ему 85 лет. О-о-о. Да. Вот, значит, дети нового поколения... Причем военные. Рождались всегда. Всегда. Просто массово они стали рождаться сейчас. Чтобы у нас сейчас массово рождались эти люди, были в свое время сюда запущены, так сказать, засланцы, генетика которых сейчас становится проводником для рождения нового поколения людей. Сейчас это станет с каждым годом, будете прям видеть по новостям. Это становится уже популярным уже в медицинских справочниках. А потом это будет еще, еще, еще популярнее. Уже говорят о другой формуле крови, уже говорят о другой лимфатической системе, о другом костном составе. Вот даже просто визуально. Вы сегодня возьмите дома, придете к двухтысячникам, посмотрите на них. Уберите вот эту маску, что это мой ребенок, я вот секунды каждый. Посмотрите на них, у них цвет кожи другой, у них строение черепа другое, у них поведение, внутренний мир, вообще все другое. Это другие совершенно люди. А чтобы они могли сейчас массово рождаться, нужны были предвестники. Вот как раз этот мужчина был один из этих, он из нового поколения. Поэтому новые взгляды на жизнь и так далее. Да, следующий вопрос. Меня зовут Елена, у меня такой вопрос. От группы «Альвасар» в интернете была запущена очень хорошая, нужная цикл программ «Семь законов Рита», где вы освещаете, говорите о группах крови. У меня такой вот подвопрос к вам, Юлия, Джулия По. Как, на ваше мнение, откуда появился резус-фактор отрицательный на нашей Земле? Хотите, чтобы меня арестовали прямо здесь же? Есть такой Авдеев, просолог. Я частично перескажу, все подробности не буду. Опять-таки, Авдеев очень, мы часто пытаемся
ну, взять у него интервью, он говорит, а вы не боитесь? Вот, побаиваюсь, честно. Вот, поэтому отвечу коротко, ровно то, что можно. Значит, отрицательный резус-фактор – это естественное состояние любой чистой расы. Естественное состояние любой чистой расы. Соответственно, если мы говорим о действительно реальном происхождении жизни на планете Земля, то изначально на планету Земля, это многие историки, даже уже классические историки это подтверждают, прилетели представители белого народа, мы заселили, ну, там кое-что повоевали, конечно, но тем не менее, мы заселили Дарию, материк. Кстати, насчет Казахстана, у меня вот так пачка, извините за выражение, отвалилась, когда я была в аэропорту в Астане, я даже это сфотографировала. Вы когда приедете, у вас в новом терминале большой-большой-большой плакат висит, какой-то будет строиться у вас, это к теме, к этой же, будет строиться у вас коттеджный поселок. Вы посмотрите, пожалуйста, карта Дарьи в идеальной точности. Я ее даже сфотографировала, прилетела домой, загуглила, наложила. Идеальная точность. У вас вообще, я когда ходила по Астане, у меня было ощущение, что я хожу по учебнику масонов. Идеальная точность во всем. Вот, так вот, вот этот материк Дарьи был первый заселен, он и остался, просто он сейчас чуть деформировался за счет ледников, вот этого всего, да. Вот, значит, он был заселен белым народом. Чуть позже начались войны на других планетах, и сюда стали заноситься, прям массово заноситься другие народы, появились другие народы. И когда они между собой начали скрещиваться, помните, я рассказывала с Андреем Тюняевым, была стена большая, которая отграничивала Великую Русь, Великую Тартарию, других народов, чтобы не было расового смешения. Поэтому вот на территории от этого Руси находились все с отрицательным резус-фактором, все без исключения. На территории африканского континента был только черно-заселенный, да? Все были отрицательные. На территории Азии были все отрицательные. Вообще почти по всей планете были все отрицательные. Далее начали ломать эти стены, провозглашать ура-ура, давайте смешиваемся, скрещиваемся и так далее. И начали образовываться миксовые народы. Вот ваши любимые индусы, индусы, это миксовый народ, чисто выведенный народ. Вот. Ну и там другие не буду перечислять, потому что другие темы уже опасные. Вот, вот они все были вот, вот именно таким образом сделаны. Соответственно, если у кого-то есть положительный резус-фактор, говорит о том, что он не чистый представитель своего народа. В его генотипе существует вкрапление других типов народностей. То есть это не хорошо, не плохо, это его история, это его генетика. И в большей степени меня беспокоит, если однажды положительный резус-фактор по медицинским показателям превысит отрицательный. Вот это, я не знаю, как сейчас, я давно не смотрела. Как сейчас? Уже превышает? Ой. Давно даже? Ну что же, вы меня прям расстроили. Вот нам нужно возвращаться к отрицательному резус-фактору. Обязательно. Чтобы каждый был чисто представитель своего народа. Вот, вот это и есть. То есть отрицательное что означает? Нет примесей других народностей. Спасибо большое. Пожалуйста. Добрый вечер. Меня зовут Елена. Социальная задача у человека стоит 19-я. Но как бы делать карьеру человек никогда не хотел. Сегодня из графиков я поняла, что 20, норма 26-28, у человека 24. Как выполнить задачу? Хороший вопрос, спасибо. 19-я задача – это не только строить карьеру. 19-я задача – это стать лидером своей группировки. Как я уже часто приводила пример, допустим, берем мы уборщика. Он главный среди уборщиков, он главный среди безработных, он, ну, условно говоря, да? И, то есть он в чем-то должен быть главный. Главный в школе, главный в доме, главный, он должен быть царем, должен брать на себя какую-то ответственность. Просто идеально и проще, когда человек имеет карьерный рост, потому что сам по себе 19 аркан дает карьерный рост. Вот если он строит карьеру, просто автоматически происходит выполнение этой задачи. Если нет, он должен быть главным для своих детей. Главный в своей семье, главный, допустим, вот во дворе, все вышли там в шашки поиграть, он там главный, все знают, что если он вышел, то все будет замечательно. 19 аркан, аркан организатора, чего угодно. Можно выполнять на более мелком уровне, это не проблематично. Спасибо. Пожалуйста. Так. Здравствуйте, пожалуйста. Ляна, Новосибирск. У меня такой вопрос. В своем ролике «Доспехи нумеролога» по 7-му пункту «Карма и опыт», вы говорили, что этого явления у человека никогда не будет.
Ну, то есть то, с чем у вас будут проблемы в жизни. А если совпадает с призванием цифра? Разные трактовки. Смотрите, то, что у вас никогда не будет, вот у вас какой орган? Цифра 17 идет. Хорошо. Призвание 17. И вот без проблем. Попробуем. 17 связано с самореализацией, с раскрытием своих творческих потенциалов. С этим будут проблемы. Почему? Потому что в одной из прошлых жизней была нарушена эта ошибка. Она отработана. Если она не стоит в карме, она отработана. Но она продолжает оказывать свое кармическое воздействие. Призвание необходимо развиваться через творчество. Разные трактовки. Здесь то, что было нарушено в прошлой жизни, трактуем как УПВ. Соответственно, призвание ближе трактуем как СЗ. Что мы должны сделать? То есть этого еще нет. Это нужно сделать для себя. Они разнесены даже на разные поля в арканных системах. Разнесены. Задача, ошибка. Точно понятно? Да, отлично. Меня зовут Юля, я из Санкт-Петербурга. У меня такой вопрос. Можно ли по дате смерти понять, была ли это смерть? Случайности или же все-таки запрограммирование? Если смерть трагическая запрограммирована, то да. Но это мы смотрим не по дате смерти, а по дате рождения. Да. Если смерть трагическая не запрограммирована, то тогда нет. Вот завтра у вас будет там стенка стоять, а мы здесь будем изучать графики здоровья. Да, вот прям можно со стаканчиком. Так вот, что касается графика здоровья, есть там у нас такой параметр, это процент вероятности тяжелого заболевания. Вот недавно ушла певица, там 71%. 71%. То есть вероятность того, что она уйдет, слишком высокая, чтобы это, ну, не сработало. Более того, вы, по-моему, изучали, да, вторую ступень? Нет еще. Нет. Ну хорошо, я образно расскажу. Значит, у нас... Любой график абсолютно, вот он идет так, например, потом ушел вот так, там так. И вот здесь еще есть такое понятие, как средняя линия. Вот эта вот средняя линия, она как-то пересекает наш график. Если в граммографике здоровья, то, соответственно, пересекает. Она как обрывает эту линию, врывается в нее. Поэтому всегда вот эти вот точки пересечения графика со средней линией, они очень опасны. Всегда. Просто он разбился на машине, и мама винит себя в том, что, возможно, ну... Это надо считать, сейчас договорю. Да. Так вот, если мы находимся на падающей линии, у нас идет точка пересечения, и она еще накладывается на карму, мы сегодня учились накладывать карму здесь по-новому, не как раньше. Вот если эти все три элемента совпали, и еще стоит вероятность 71%, то вот эта точка, вот то, что вы говорите, это когда запрограммировано, это неизбежный процесс. Но если было запрограммировано, что итог жизни таков. Если вот такое не запрограммировано, бывает такое, ну не знаю, сел за руль пьяным, например, кто-то выскочил, послепило солнце, случайность, мы никогда не сможем это рассчитать. Это случайность, либо закон свободы воли, человек сам, извините, и сел. Вот, если мы говорим о запрограммированных событиях, мы всегда это рассчитаем. Поэтому тут, не знаю, здесь надо считать. А можно сейчас посмотреть? Сейчас посмотрим. Ага. Давайте. 11 апреля 1992. 1992. Да. 7-1 с первой ячейки. Семерка — это авария, 11 — это сильное повреждение. То есть я даже не стала вообще считать дальше кармы, это то, что у меня прям первые студенты знают. То, что вы, кстати, изучаете. Вот оно, 7-1 с повреждения. Вот. Единственный вопрос, там надо считать, что стало причиной вот этой ячейки. За что он это отрабатывает. Угу. Вот. Дальше у нас идет, ну там уже дальше все, там другие мягкие знаки получаются. А, вот еще один. Выходит. 16 аркан тоже стоит. Ну, это по другой технике. Тоже стоит. Поэтому, да, это неизбежный процесс. Это не связано с мамой никак. То это неизбежный процесс, связан непосредственно с кармой человека. Да. Благодарю. Да, давайте дальше.
Добрый день, меня зовут Наталья, город Обнинск, Калужская область. Джули, скажите, пожалуйста, у меня ОПВ 4, социальная задача 15. Придя сюда на первый курс, думаю, так, я уволилась со всех работ и пришла на нумерологию. Думаю, не совершаю ли я еще раз ошибку по ОПВ 4 с 15 СЗ. Спасибо. Пожалуйста, 4 как ОПВ – это жизнь за чужой счет и лень. Если вы уволились с другой работы, но вы работаете нумерологом, это профессия, в чем здесь жизнь за другой счет? Вы еще, работая нумерологом, поверьте мне, обеспечите вашего мужа, мало не покажется. Правильно говорю? Правильно. Это сейчас популярная профессия, она нужная, она востребованная. Поэтому, если вы уволились бы с работы и сели бы на шею к мужу, ничего не делая, да. Причем многие женщины говорят, ну вот я вот домашним хозяйством занимаюсь. Это работа. Вот если вы ничего не делаете, просто носите собачку от парикмахерской к парикмахерской, тогда да, тогда у вас 4 в минусе без проблем. Так что не надо себя корить. Вот. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Анна. Я совсем-совсем недавно открыла для себя ваш центр. Смотрю, залипаю видео практически все свободное время. И у меня вопрос, с чего начать? Я знаю, что у вас сейчас планируется фестиваль и обучение здесь. Мне это очень интересно. Тем более, что промежуточная задача у меня, которая после 50 лет, это обучение эзотерике. И мое это, не мое, нужно или не нужно. И социальная задача у меня 10. Ку-ку. Что это может значить? Все знают, что значит 10. Десятка – это знак денег, надо выстраивать бизнес. Так вот, смотрите, нужно или не нужно, такой вопрос, если вы уже сами на ваш вопрос ответили, просто вы еще пока не знаете. Да? Вы говорите, у меня стоит задача обучать других людей. Я не знаю, чему. Это другой вопрос, это мы вам подскажем. Я не об этом. Обучать других людей. Нужно или не нужно, мы уже вопрос не задаем. У вас стоит такая задача, я бы так сказала, вы обязаны это делать. Десятка – это ваша социальная задача. Любая сфера бизнеса, абсолютно, будь то тренинговая школа, что угодно, все абсолютно открыто. Что касается, с чего начать, вы уже начали, во-первых, вы уже смотрите ролики, это уже пособие для людей, которые только начинают. Только хочу сразу отметить, что ролики в YouTube – это введение в профессию, то есть вы даже не можете сказать, что я специалист, то есть вы пока только учитесь, вы новичок. Вот вы сейчас пройдете, вы сейчас на графической сидите, да? Нет, я просто пришла на семинар. А, просто пришли. Ну ладно, значит, тогда если мы говорим о ступенях, если вы только-только начали, конечно, я рекомендую с первой ступени. Первая ступень, третья ступень, вторая ступень. Но здесь есть один такой момент. Первая ступень, она общая, образная, она правильно выставляет предназначение человека, мы изучаем программу судьбы. Это хорошая штука. Третья ступень – совместимость и прогностика. Этого уже достаточно. Вторая ступень – это карма. В том случае, если вы хотите копаться в прошлых жизнях, кого там как убили, за что убили. Это интересно. Хорошо, копайтесь. Соответственно, у вас получается, что вы становитесь специалистом кармической нумерологии, кармологом, да? Я просто к чему? Вот мы сейчас изучаем здесь графическую нумерологию, да? Графическая нумерология – это живая. Да, мы тут, конечно, все мертвые сидим после нее. Но сама по себе дисциплина живая, мы нарисовали, видно абсолютно все, прям динамика, вся жизнь человека прям на 2 секунды перед глазами, там и карма, и прогностика, там все на одной картинке. Вот, этого нет в других курсах. Вот то, что я сейчас преподаю на графического, магистры идут соврать, этого не было на других курсах, это совершенно другой материал. Если вы по десятке, я бы рекомендовала в большей степени пойти на нумерологию бизнеса. Зачем вам копаться в карме людей? Вместе с ними плакать, вместе с ними переживать, вместе с ними выздоравливать. Это психологически, мои коллеги не дадут сказать, это очень тяжелый труд, очень тяжелый. На таком труде, психологически тяжелом, десяточку не заработаешь. Десяточку заработаешь на нумерологии бизнеса. Чисто, красиво, легко, намного проще, чем другие материалы. Не копаемся в слезах, там компания в прошлой жизни никого не убивала. Даже не планировала, вот, поэтому там все чисто, аккуратненько, сидите в красивом кабинете, получаете ежемесячную оплату за счет того, что вы обслужите компанию, и совершенно спокойно зарабатываете деньги, даже больше, чем кармологи. Это разная абсолютно специализация в области нумерологии. Вы задали вопрос насчет фестиваля. Фестиваль – это емкая программа, там получается фактически 8 дней обучения, за 8 дней вы проходите весь курс по карме, введение в графику, введение в
здоровье, введение в совместимость, то есть вы, по сути, не то, что введение, вы получаете самый сок, то есть выжимку, то, что нужно. Вы становитесь абсолютным профессионалом, поэтому вы получаете бакалавр. Многие говорят, типа, вот здесь магистр, а тут всего лишь бакалавр, хотя вроде как. Так в том-то и дело, бакалавр — это узкая специализация в кармической части. У нас есть понятие судьбы, есть понятие кармы, здесь специализируемся конкретно на карме. Вот. Но вы, к сожалению, уже не сможете попасть, у нас уже все полностью тогда битком. Придется с первого курса, да, начинать? Да, вы еще раз, бизнес не требуется, вообще не требуется ни первый, ни пятый, ничего не требуется. Просто приходите на бизнес и все. В зависимости, что вы хотите. Если вы хотите заниматься судьбами, кармой людей, идете на первую, вторую, третью ступень. Если вы хотите заниматься совместимостью, приравнивать, в смысле склеивать отношения, это только третья ступень. Консультировать семьи. Если вы хотите консультировать по бизнесу, только бизнес. Если вы хотите консультировать по прогностике, это графическая нумерология. Если вы хотите заниматься регрессионной терапией, регрессо-нумерология. Что у нас там еще есть? А, здоровье. Ой, как я люблю здоровье. Я обожаю курс по здоровью, не знаю, почему вы до сих пор еще не там. Обожаю. Все тело человека, вот каждый орган разделен на 22 аркана. Там отдельно клапан, отдельно сосуды, отдельно ткани, отдельно мышцы. Вот в каждом уровне. Все это отдельно. Берем, например, кость. Отдельно костная ткань, отдельно сосуд, подходящий к кости, отдельно связка, отдельно мышца, отдельно желтый костный мозг, отдельно красный костный мозг, отдельно все-все-все, сосуды лимфатические, сосуды крови, все отдельно. Мы можем ткнуть четко, куда попала болезнь. Четко. Врачи так не могут. Вообще не могут. Правда, единственное, что я не врач, поэтому читает Аида, она говорит, не только ткнет пальцем, она еще скажет, что с этим делать. Вот. Поэтому в зависимости от того, что вы хотите, вы выбираете. У нас многопрофильные. Сейчас мы хотим открыть еще ведическое отделение, заниматься ведической нумерологией. Пожалуйста, можете туда углубляться. Все, что вы захотите, на любую специализацию. У нас институт нумерологии. Это не слова, мои магистры подадут сказать, да? Это не слова, это глубокий профессиональный материал, который делает вас профессионалом круче, чем финансист, экономист, юрист, медик. Там, не знаю, регрессолог и так далее. Все намного будет уровень выше. Спасибо. Пожалуйста. Есть еще вопросы? Есть. А скажите, пожалуйста, а группа крови может поменяться в течение жизни? Может. А с чем это связано? И не медик. Я знаю, что может. Почему, не знаю. Спасибо. Добрый вечер. Меня зовут Наталья. Я уже магистр. Я уже давно посещаю эти курсы. Да, вы знаете, я хотела бы спросить, Джулия, если 22-й аркан у нас во второй строке, и первое ПВ, и главное число кармы, да, в минус? Да, да, да. Это всегда 9 баллов? Это не у меня, просто очень... Ну хорошо, исключение исключительно для вас. Для всех остальных 9 баллов. Спасибо. Пожалуйста, всегда готова порадовать. Ну так уж вышло, 22 — это знак множества, поэтому он множит все, что рядом с ним, а больше, чем 9, мы множить не можем. Но так как был вопрос маленький, давайте еще один, последний. Меня зовут Ия, я из Москвы, и у меня вопрос по курсу регресса нумерологии. Там, а именно по событиям плюс. Так. Для того, чтобы они заработали. Угу. Да, насколько я помню, надо работать над ТП родом. Правильно ли я поняла, что это можно только через регресс? Нет. Зоологию? А как Нет. мы еще можем это сделать? Ну, опять-таки, в зависимости от какого аркана, да? У нас в регрессию это самый простой путь. Зашли, просмотрели, вычистили, вышли, открылось событие плюс. Это самый простой вариант. Но у нас же есть противопоказания. Помните, есть. Я рассказывала? Я даже, по-моему, пример приводила. Вот. При этом противопоказания не откроются события плюсе до тех пор, пока вы их на физическом уровне не проработаете. На физическом. Не подойдете к конкретному человеку в роду, не исправите. Вот какого сорка? По рождению? Нет, тут что, вы спросили по какому-то... Так, подождите. Да, это может быть вы, ваш клиент, я просто не знаю. Нет, вот смотрите, у меня событие плюс 15, а ТП род 18. 18 аркан связан с чем? С недоверием по отношению к близким людям, с мнительностью по отношению к близким людям, с конфликтностью по отношению к родителям. Вот с этим вопросом вы работаете, и у вас снимается ТП род. А как понять, что его уже нет? Как понять?
что является индикатором? Вообще, вот чисто 18 аркан, единственным индикатором является любой родственник, стоящий возле вас. Любой. Вот только он, потому что 18 аркан – это аркан мнительности. Помните, ТП, как классический ТП род, имеет одинаковую трактовку, да? Угу. Это мнительность в отношении чего-то. Вы никогда не сможете это увидеть, потому что вы мнительно к этому относитесь. Но ваш родственник, вы можете прийти к нему и сказать: «Скажи, пожалуйста, бывает такое у меня, что я перекручиваю факты, ну, не знаю, накручиваю ситуацию, слишком эмоционально реагирую там, где не нужно на это реагировать?» Или если вот тебе кажется, что я тебе не доверяю, например, в некоторых ситуациях, перепроверяю, вот такие вопросы наводящие, ага. Прям сильно наводящие такие вопросы, да? Вот, если он скажет, что ты знаешь, что ты прям вот тебя прям понесло, ты где это все узнала? Вот да, значит, это действительно так оно и есть. Более того, есть еще один такой момент у 18-го ТП род, прям вот классика жанра. Они очень любят, чтобы у них просили прощения. О, нет. Точно нет? Точно нет. Извинялись. Ну, просто я считаю, что это по умолчанию, но сделал. Нет, нет. Ну, бог с ним. Спасибо. По умолчанию. Ну, все понятно, да? Все, у вас пока еще не снято, поэтому события в плюсе вам пока не светят. Вот, значит, никто никому ничего не должен. Если не извиняется, это его право. Вы делаете для себя выводы и идите дальше. А вот то, что вы подошли и говорите, там, знаете, начинаете наводящими вопросами, как тебе кажется, ты меня обидел? А по десятибалльной шкале? И понеслось. Это уже работа точки препятствия. Вы боитесь быть ранимым. 18 аркан, я боюсь, что меня уронят. Психологически. Я боюсь, что меня затронут мои родители. Более того, у меня есть определенное недоверие к родителям. И второй момент. Есть, знаете, такое, ну не то что пренебрежение, знаете, я не понимаю своих родителей. Вы считаете себя другое. На самом деле вы из этого рода, из этого плода, скажем так, да, просто вам нужно научиться смиряться с тем, что вы такая какая-то, а не какие-то такие. Помните, я еще рассказала про 18 аркан, что они могут даже немножко пренебрежительно относиться к родителям, пока в школе учатся. Я приводила пример, когда мы обучали ТП 18. Нет? Ну, было. Я еще сказала, что, ой, мам, ты не знаешь тригонометрическую функцию? Помните, да? Вот, ты не знаешь там какие-нибудь, там, не знаю, в общем, ладно, я уже забыла. Да. Вот, я как раз об этом говорю, что они играют вот прям вот тонко играют. Это не вот, что прям в лоб пришли и сказали, никто в лоб ничего не скажет. Вы учитесь считывать, вот как мы сейчас всем залом считали, вот так же и вы учитесь читать знаки. Поэтому я говорю, что я уже давно, я вот опять еще раз повторюсь, мы ищем профессиональных психотерапевтов и психологов, профессиональных, имеющих 15-20 лет практики. Не откликнулись, ну ладно, откликнулся. Вот. Мы хотим передать вот эти все знания, которые вот, точка препятствия глубже, кур 1 глубже, кур 2 глубже, да, вот это все хотим передать, чтобы психолог профессиональный проработал глубже. Вот сейчас я вывела по 18 аркану несколько черт, которые ему свойственны в ТП, да, в позиции ТП род. Вот я их вам проговорила, ну, как бы вы не можете за собой это заметить, но тот, он 18 аркан — это аркан актера. Я не вижу это, потому что я играю роль какую-то некую. Сегодня одну, завтра другое. Другой человек всегда это увидит. У каждого своя маска. ТП – это маска, и другой человек ее всегда увидит. Вы себя никогда не признаете. А если вам психолог проработает и пропишет, что эта маска работает так, 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 так в жизни, в быту, то бытовые аспекты вы можете поставить галочку «да». Вот как вопросы, да, которые задают. Легко. Поэтому я бы с удовольствием вот проработала с профессиональным психологом, чтобы мы это вот прям вот проштудировали, каждый арканчик, прям вот чуть-чуть, какие варианты у него существуют. Было бы здорово. Вот. Я вас благодарю за вопросы. Спасибо огромное. Да, сейчас только. С вами мы прощаемся. Завтра там будет стеночка стоять, но я с вами мысленно в соседнем зале. Как я же сказала, как только, говорю, прощаемся, сразу весь зал вопросом, да? Вот, поэтому завтра у вас свой материал, а мы будем продолжать свой материал. И напоминаю, что у нас теперь каждую пятницу у нас проходят те или иные семинары, мы будем делать прямые трансляции. Вы можете прийти по расписанию, посмотреть, когда заканчивается семинар, прийти и задать свои вопросы. Всем хорошего вечера. Спасибо.
хочу выразить огромную благодарность Айрон и Джули По. Сегодняшний курс, ну я считаю, что всем безумно нам повезло, что мы были первыми студентами, которые прошли обучение именно по этой теме, по графической нумерологии. Я вам очень признательна, признательна вся группа за ваш труд, за ваши знания, за вашу работу, за ваши методики. Мы хотим пожелать вам просто вдохновения, чтобы вы нас продолжали радовать новинками. А мы с удовольствием будем приходить на ваше обучение самыми первыми, верно? Да. Да. По-моему, самый красивый букет. Мы переходим к самой приятной процедуре. Награждение.